Губернатор встретился с президентом. Валерий Радаев обсудил с Владимиром Путиным социально-экономические показатели Саратовской области и перспективы развития реального сектора экономики. Глава региона проинформировал президента о завершении на территории области ряда крупных инвестиционных проектов, таких как «Централит» и «Северсталь». Также Валерий Радаев рассказал о приоритетных направлениях развития сельского хозяйства. В сфере растеневодства обозначены изменения структуры посевных площадей и увеличение доли новых для региона высокодоходных культур. В животноводстве в качестве приоритетов названо строительство крупных свиноводческих комплексов и рост производства мяса и молока. Отдельно губернатор рассказал о проекте строительства нового аэропортового комплекса. Приступили к строительству нового проекта. Для нас имидж очень важен, как для конкуренции, так в целом для привлечения инвестиций. Строительство нового аэропортового комплекса в чистом поле стоимостью 20 миллиардов рублей, практически взлетную полосу. Чуть не удалось завершить в этом году, но она переходящая. И инвестор синхронизирует сегодня свои проекты и с апреля месяца уже приступает уже к строительству своей части.